Футболка воняет? Нюхай. Я не буду нюхать. Попробуй. Я не хочу, отстань. Сынок, иди к маме. Что с футболкой? Что с футболкой, я спрашиваю? Воняет? Да. Чем? Вонючкой. Вонючкой? Да. Ё-ни-ё. Ваня, что случилось? Ты вонючка. Ваня, ты воняешь. Кто воняет? Что ты прячешься все время? Что случилось? Вань, ты обутый, ничего? Оле! Что? Оле! Оле! Оле? Что за оле? Кто говорит оле? Да. Мистер Самокат, едь сюда. Может, пойдем уже? Блин, что ты творишь? Давай не будем, сынок, доламывать машину. Вы мне с Ксюшей уже и так ее сломали. Монет в магнитолу напихали. Ты забыл про это? Да? Да. Да. Тебе не жарко здесь? Нет. Тут в машине примерно плюс 35 градусов. И мне даже возле нее жарко стоять. Понюхай. Пахнет? Понюхай. Давай. Очень круто, порядосик. Ой. Не спеши. Лови его, Кристи. Все, Вань, маши ручкой. А где ты сидишь? В тракторе. Вот это тебе повезло сегодня. Все, мы пошли с мамой, ты когда работаешь, папа, смену сдашь, приходи. Я хочу. Что, новую песочницу? Да. Сладкую песочницу, да? И только не рассыпай. Это нас заставит платить. Все? Поехали другая. Да. Поехали в рисовую песочницу? Да. Поехали. Поехали. Ты в людей зачем стреляешь? Это хата. А? Это лучай. Отдай сюда ствол. Отдай ствол. Ваня, все. Прекращай. Мы же где на море? На море. А что у тебя за пистолет? Икшот. Икшот водяной? Да. Ничего себе. А где ты взял его? Меня догоняют, ребята, спасите меня, он меня польет водой сейчас. Это чая? Да. Да? Ты мне сделал чай? Да. А сколько ты мне сахара положил? Ой. Сколько ты сахара мне положил? Надо добавить. Надо добавить. А что у меня какая-то грязь в чашке? Какая? Я понял, я не буду пить. Я не буду это пить у тебя.
Нету столько денег, каждый день пузыри покупать. Почему? Где мне деньги взять? Продать. Где? Продать. Что продать? Велосипед. А? На воду. Что продать? Велосипед. Велосипед твой продать? Да. А ездить ты на чем будешь? Обошел. На чем? Обошел. Ладно, все, пошли. Нет, вот я...